Ну давайте посмотрим, что нам это дало. Может, меньше минуты. Тихо. Вы их слышите? Они ушли? Нет? Да. Все лучше и лучше. Вы, наверное, сегодня издеваетесь. Спасибо, игра. Ой, как спасибо. Ну что ж, я вернулся спустя полчасика, немножко отдохнул, продолжаю дальше играть в ICB Condemned Breach, и я тут вспомнил, что это может быть проблема не в игре. Это может попасться такой сид-карты, и может появилась комната в комнате, придется воспользоваться читами. Потому что с самого начала я играть не хочу, потому что будут, как бы вам сказать, не те эмоции. Давайте посмотрим, возможно, после перезагрузочки все решилось. Нет, ничего не решилось. Давайте мы ноклипом это все сделаем. Поставим на резервные. И здесь уже мы станем как обычно. Главное, чтобы не скромником. Вообще, можно попробовать... Сохранимся, давайте. И я хочу попробовать выйти из той комнаты. Если получится, это будет хорошо. Тихо. А, там доктор может идти. Смотрим. То есть... А ну-ка. Да, выйти мы не можем. То есть мы вообще застряли. Ага. Да, скорее всего, это проблема... Видите, что происходит? Это не в лок... Это карта такая хреновая попалась. Карта хреновая попалась. Очень хреновая карта попалась. Уходим. Главное, чтобы доктор не пошел за нами. Скромника мы выпустили на свободу. Так, тут мишка. А, здесь может рука... Но совсем другая. Другая рука. Совсем другая рука, точно. Может не это, а другая. Не это. Здесь чувачок лежит. Старый добрый чувак. Маска. Серьезно? Вот так вот сразу? Ну давайте. Выпущу как раз тебя. Здоров. Хвала небесам. Хоть кто-то нашел меня. Я думал, что останусь тут надолго. Но? Я могу безопасно вывести нас обоих из комплекса. Просто... Ты найди пульт управления и открой дверь моей камеры. Пульт управления, да? Ну давай вот это вот. Хорошо, не буду. Не буду. Ну давай. О, 372. Ну давай. Так, так. Полагаю, мы не с того начали. Да. Чтобы доказать, что я не плохой, попробуй открыть дверь. Вон там. Код 5731. 5731. Понял? 5731. Окей. Сохранюсь. Это как раз нам нужно. Давайте мы ее сюда тушнемся. Давайте вместо одной аптеки. Я так считаю. Знаете, а можно руку выкинуть? Можно, кстати, без этой руки идти. Она не та, то, что нам нужно. Бумажка, ты, черт возьми, что здесь делаешь? Вот видишь, можешь мне доверять. А теперь, пожалуйста, открой эту дверь. Пошел ты. Я хочу послышать твой другой голос. Где кашель? Ага,
То есть я его типа убил? Да-да-да, сейчас будет. Ты действительно не хочешь покинуть это место живым, правда? Ты знаешь, здесь нет безопасного пути на поверхность для одинокого сотрудника D-класса. Даже если умудришься попасть на поверхность, то гибели тебе не избежать. Я дам тебе еще один шанс. Просто открой дверь камеры, и мы забудем об этом небольшом инциденте в газе. Ладно. Давайте мы ему откроем дверь. К сожалению, я не могу взять тебя с собой. Над тобой слишком много ответственности. И да, я соврал тебе, но за свою свободу... Самый простой способ выбраться отсюда благополучно — это, наверное, ворота А. Там защита достаточно высока, но если тебе удастся проскочить мимо охраны и добраться до нижнего уровня под мост, то там есть неохраняемый туннель. Это твой путь на свободу. Спасибо. Так, поговорили с ним, и хватит. Там скромнее Аша. Угу. Блокпост закрыт. Вирус 008 на свободе. Да. Ну что ж, идем. Вы серьезно? Вот так вот сразу. Так, там 173. Черт, что бы выбрать? Давайте аптеку пока выбросим. Сохранился? Пошел. Готово. Закрываем. И как бы мы можем валить отсюда. Но еще нужно будет с компьютером поговорить. Но еще не все так просто. Не думайте, что это конец. Отлично. Эрик? Эрик? Так. О, комнатка сверху. Мобильная оперативная группа Эпсилон-11, также 9-хвостые леса, вошли в комплекс. Всем выжившим рекомендуется оставаться в убежище или в другом безопасном месте, пока группа не зачистит комплекс. Мы начнем выводить... Центр 9-хвостые леса. Тесла-врата в вашем секторе. Так, дедок. Они не представляют опасности. Скотина! Та еще скотина, его надо запереть. Здесь я найду камеру содержания деда и запру его нафиг. Не смешно. Если я выберусь отсюда, тебе не жить. Так, нам плохо тем временем. Я очень плохо все вижу. Ага, давайте не останавливаться. Не останавливаться, идем вперед. Скотина. Ладно, пошли вперед. Снова. Давайте в другую сторону. Прям сюда. Нужно найти удаленное управление дверьми. Ой, как нужно. Мобильная оперативная группа Эпсилон 11. Также 9-хвост. Простите. Снимай. Не дослушали, конечно, но другого пути не было. Совсем. Центр 9-хвоста Люси. Тесла-врата в вашем секторе отключены. Они не представляют опасности. Они где-то рядом.
Я так считаю. Ладно, идем пока вперед. Черт, стремновато, если честно. Угу. Пока туда не хочется идти. О! Мы здесь, чтобы защитить вас. Угу, конечно. Очередные Тесла. Пробежались. 173 здесь. О, автоматик. Кафетерий. Отлично. Я тебя испугался. Не надо так делать. Черт, а где же? Угу. Это один из выходов. Черт. Вы их слышите? Несколько секунд до смерти, блин. Давайте ждем. Я боюсь идти. Уйдите уже, а? Братюня, ты ничего не говоришь? Братюнь? Он молчит. Ку-ку! Скотина. Доктор? Вы приняли тарелку? Тарелку, блин, таблетку. Еще доктор. Они молчат почему-то. Какого фига? Найтл Фокс молчит. Это у меня проблема, что ли? Черт, почему не так везет? Так, там у нас лиса. Ладно, идти не будем. Что-то я не могу послышать, как они говорят. Это довольно странно. Как по мне. О! Тыква. Здравствуй. Там тебя гости ждут. Бля. Блин. Там был. Ну вы издеваетесь. Не хочу из-за этот 966. Он бесит меня, ходит за мной постоянно. Хорошо, что я удрал от него. 13. Предупреждаем всех выживших сотрудников еще раз. Не пытайтесь достичь выходов. Найдите безопасное место или отправляйтесь в одно из множества убежищ внутри комплекса. Спасибо. Так. Где то, что мне нужно? Это было ожидаемо, потому что у меня кончилась стамина. А давайте посмотрим, что здесь впереди. Даже интересно, возможно, камера содержания дедульки. А, всплыл. Тю, я уже обрадовался. Я обрадовался слишком рано. Так, впереди что у нас? Ой, тихо. Лифтец. Ладно. Идем. Бежали. Зона активирована. Печально то, что... Я что-то не слышал, как девятихвостый лис разговаривал. Пока что пойдем прямо. Позже потом как-то сюда спустимся. Пустая комнатка, которая раньше был 0.96. Ну ладно, идем сюда.
Здесь у нас что? Ребят, чего вы неразговорчивые такие? Смотрите, Отлично, он наконец-то что-то сказал. Тихо. Давайте сделаем вот так. Посидим вот здесь. Конечно же, FPS не очень. Пойдем в храм посмотрим. Не, я боюсь в храм идти. Идем где-то сюда. Вот туда пойдем вперед. Пройдемте. Никогда не проходилось так вот медленно. Пройдемте. Возможно, можно так посидеть. Возможно, они меня не увидят. Посидим так немножко. Так примерно минутки две. Три. Ну, музыка здесь, конечно, стремноватая. Там ходят некоторые. Отлично. Кто-то бы из вас жил бы в этом измерении? Напишите в комментариях. Я бы нет. Здесь стремно, наверное, даже спать. Интересно, кто-то пытался надо прочитать как-то? Все уже забыл, Саня, все уже забыл. Так, мне уже все пролагивает. Жутко. Ну, давайте снимем. Они здесь. Они ушли? Тихо. Они мне говорят? Нет, я не сдохну. Я слышу ваше дыхание. Ты с ума сошел? Черт. Тебя еще не хватало. Две проблемы. Отличная ошибка. Memory Assets Vacation. Это старая добрая ошибка. Которая очень-очень давно я скучал по ней. Давайте запустим еще раз игру. Эх, старая добрая ошибка, которой очень давно не было. Тихо. Они не видят меня? Отлично. Идите, идите, идите. Отлично. Спасибо, братюнь. Привет, малыш, я не могу поднять рисунок. Но спасибо, 173. Сообщение всему персоналу. Выход Б был заблокирован по причине безопасности некоторых участков комплекса. Пожалуйста, оставайтесь внутри убежищ, пока комплекс не будет зачищен. Угу, понял. Так. Смотрим, что здесь. Мне бы найти камеру содержания дедульки. А вот это бы в идеале бы вырубить. Так, теперь ты мне 079 не будешь этим терроризировать. Знаете что? А, здесь же чувачок падает. Точно. Точно, я вспомнил. Возвращаемся? Нет? Мне кажется, что я казалось, что кто-то падал раньше. Объект D9341. Проследуйте в ближайшей мобильной оперативной группе для передачи нескольких объектов высокой важности. Так, дедульку. Это довольно странно. Новая ошибочка. Но это игра. Кстати, а вот где больше? Куда ты смотришь? Не надо. А, это же гроб. Если я сюда посмотрю, у меня жопа. Зачем я сохранился? Вы понимаете, что мне может... Черт. Давайте подождем. Они здесь. Они закрыли. Я в ловушке.
этим все. Сволочи. Давайте здесь посидим. Просто посидим. Возможно, они не придут сюда. Я ж камеру вырубил. Здесь никого нет, уходите. Тихо. Пока что тишина. Они могут спускаться сюда. Объект 9341 назначен на уничтожение. Эй! Какое к черту уничтожение? Не надо. Парни, не надо. Черт их побрал. Давайте. Черт. Придется вот так вот смотреть на это все. Уи, они падают. Смотрите. Я просто... Какой-то летун. Все. Вот я просто какой-то летун. Летаю. Я просто летаю, земли нет. Ну давайте просто посидим. Error log 0. Ну это надо перезаходить в игру. Вообще. Да, это ошибка. В общем, озвучка здесь ни при чем. Они просто заменили файлы звука и текстур. Я думаю, вряд ли тут есть чем-то проблема. Они в корне вряд ли лазили. И, скорее всего, это мапсит. Как обычно, говно мне попадается. Просто подождем. Поговорим. Ну что ж, давайте минутки две подождем, посидим. Нам нужно сидеть и ждать. Я не знаю, долго ли можно находиться в этом противогазке. Я уже все про все объекты забыл. Я давно не играл в SCP Containment Breach. Конечно же, это можно было все устроить на стрим, но... Увы, Саня не может постримить, уже времена не те. И просто времени не так. Конечно же, можно было, когда я записываю, сделать стрим, разделить на две части. Но Саня не может. Он отходит иногда. Увы, простите. Ну, давайте посмотрим, что нам это дало. Может, меньше минут. Тихо. Вы их слышите? Они ушли? Нет? Да. Все лучше и лучше. Вы, наверное, сегодня издеваетесь. Спасибо, игра. Ой, как спасибо. В общем, мы сразу надеваем эту маску прямо вот здесь. А, спасибо, игра. Она вылетела. Игра вылетела. Как раз перезайдем. Я понял. Я нажал ОК. Давайте мы сразу наденем. Во. Главное к ним не попадаться. Что это за звук такой странный? Блин, стрёмно. Мне очень стрёмно за них ходить. Надо походить где-то минутки три. Ой. Уходим. Просто идем вперед. Давайте пробежимтесь. Мышка, не подводи меня. Отлично, я ушел от них немножко подальше. Не хочу просто. В общем, где-то снова посидеть в этом измерении. Я надеюсь, они не спустятся вниз, иначе это будет очень плохо. Я на это очень надеюсь. Надо минутки три посидеть. Я так думаю, а может, представьте, если больше. Может, и больше надо. Фиг его знает. Ну ладно, посмотрим. Посмотрим, как оно будет. Просто пойдем вперед.
Ох уж эта музыка. Ох уж эта музыка. Еще минутки. Еще минутку. Наверное, минутку, еще минутку. Не хотелось бы снова пользоваться читами из-за бага в игры. Вообще не хотелось бы, потому что мне надоело это врубать читы. Но в SCP Containment Breach без них никак. Это может, если повезет. Иногда, помню, везло и не приходилось врубать читы. Но зная Саню, у меня всегда так, что приходится врубать читы. Мне никогда не везет. Так, еще 50 секунд примерно. А хотя ладно, давайте. Они закрыли? Они вернулись. То есть мне нужно еще ждать. Ой. Вы слышите какое-то радио? Я такого не припоминаю. Что это такое? Я надеюсь, на записи это все слышно. Потому что, я не знаю, это игра? Не знаю, это прикольно. Наверное, это в девятихвостого леса. Ладно, минуты еще две походить. Измерение где-то, конечно же, мы были, но выбраться мы не смогли. Вообще-то надо было, будет и деда запереть. Это явно нужно искать его камеру содержания. Без этого никак. Я надеюсь, она есть, а если нету... Увы. Печаль, конечно. Очень печаль. Сравнивать две озвучки — это глупо. Надеюсь, не будет каких-то оскорблений актеров и прочего. Потому что если будет оскорбление... Неважно, мне не нравится, просто неважно, оскорбление кого, но он полетит в бан. Увы, простите, но... хоть и у каждого свое мнение, но давайте без оскорблений. Мне лично понравился доктор. Вот этот радио. Маска особенно тоже понравилась, неплохо так. 939-й, как 939-й. Прикольно. Девятихвостый лис, ну, прикольно. Мне интересно концовочки послушать. Вот что мне больше всего интересует. Серьезно. Ну что ж, мы тем временем направляемся. Непонятно куда. Просто идем вперед. Я думаю, еще чуть-чуть и можно... Я думаю, пока мы выйдем... А, это от этого парня. Ну, я надеюсь, они ушли, ибо я задолбался. Я их слышу до сих пор. Они задрали. Я их слышу. Они так и будут стоять? Уходим. Фиг с ним, сохранюсь. Здравствуй. Я не помню, шел я сюда вообще. Был я здесь. Так, 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 закрыть дверь. Снять. Снять. Пробежаться вперед. Да, здесь я был. Здесь у нас Омега. Значит, мы пойдем. Блин. Совсем в другую сторону.
А, здесь вырублено, да? Давайте маску наденем. 173-го пока не видно. А может его уже все? А, Диндон. Стоп. А, мы не вырубили. Мы не вырубили. И кажется, мы идем за. Кстати. Да, до сих пор нельзя пройти. Здорово. Так, вот здесь, похоже, я не был. Здесь у нас аптека и прочее. О, да. О, да. Я давно здесь не был. Самая стрёмная комната. Погнали. И стрёмная музыка. Боже мой, как я давно здесь не был. Чёрт. Как же здесь стрёмно. Боже мой, музыка здесь просто шикарная. Если это Вайнбрейн писал, он просто... Просто топчик. Влад, если ты слышишь, если я опять хвалю тебя за музыку, прости, что я забыл, но она просто шикарная. Я не могу. Нам дальше. Сейчас придется бежать от доктора. Доктор, еще одна жертва болезни. Здравствуй. Я бежу. Бегу, бегу. Черт, я устал. Закрывайся, закрывайся. Отлично. Мы удрали. Снимаем кольцо. Сразу бежим. Снимай кольцо. Фух. Девяносто один восемьдесят пять. Отлично. Маска. Подсобное помещение, которое не открывается. Да. Тихо. Все хорошо. А вот и мы. Черт. Ну что, дедулька? Кстати, странно, почему здесь нету своей музыки? Всегда прикалывает этот факт. Ну, как раз услышим. Пустите меня! Ха. Отпустим. Уйти, отпустим, братюнь, отпустим. Вы готовы слышать этот крик? Алло. Он будет такой же интересный, смешной, как в Отрил Тим. Есть, есть. Не переживай. Готовься, братюнь. Ого. Старый добрый крик. Почему это никто не переводит? Печаль. Давай. Мы заперем деда. Давай, давай, давай. Я идиот. Врубайся! Врубайся!
молодец. Я забыл. Просто забыл. Просто забыл. Заперли. Отлично. Минус дед. Не беспокойтесь. Тварь. Я лечение. Иди в жопу лечение. Я на шаг впереди. Знаете, что сзади? Скотина! На шаг впереди называется.